Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. В сегодняшнем видео передо мной находится устройство Samsung Galaxy Tab S8+. И сегодня покажу, как на данном устройстве включить стабилизацию видео, чтобы картинка была более плавной. Итак, включаем камеру. И далее переходим в настройки камеры. Переходим. И здесь нам теперь нужно найти стабилизацию видео. Я вижу ее уже, нажимаем, включаем, и все, теперь у нас наша картинка будет более плавная, более такая приятная к просмотру. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.